Привет, едем. Ну вот, мы преодолели новое для себя препятствие, испытали новые ощущения, как ехать по болоту. Здесь была дорога, я помню, даже летом, когда спасали Солярис, я застрял там в лесах, вот по этой болотинке мы проезжали. Но тут сейчас прям страшно ехать на самом деле. Тут вот как-то еще вроде тверденько. Ну, в общем, сама атмосфера, что ты едешь посередине какое-то озеро, болото. То есть вот по заднему редуктору видно, насколько мы погрузились, то есть всего на половину моста. На половину колес получается. Ну, ощущения такие интересные, приятные. То есть он едет, едет тихонечко, едет, едет. Самое боязное, это что он куда-нибудь сейчас в яму какую-нибудь, в канаву провалится одним колесом, блин. Вот так вот. Но ехал, старался там, где травка растет. То есть там, где трава, там, видимо, повыше почва. Вот по этой, по дороге, ну... Хотя она, может, тоже утоптана. Ладно, попробуем еще. Thank you.
тяжеленькая машинка. Чувствовали мы какой-то запах, не знаю, не горелый, но как будто что-то греется. Не знаю, может какая-нибудь водичка на коллектор попала или веточки, травинка какая-нибудь подтлела. Куда полезла? Мне сейчас надо дергать там рычажок этот. Говори уж, да ну нафиг. Давай, давай, давай. Чё стоять в воде? Сразу для тех, кто писал, что понижения не хватает. Да, здесь нет раздатки, но это вот первая передача, у меня ноги убраны с педали. В принципе, он не сильно быстро едет. Четвертое. Мая на дворе, то есть вот нас сутки засыпает снежком. И сегодня прям выдался удачный момент испытать снегоболотоход. То есть и по болоту прокатились, и снег нападал. В болоте, конечно, прям интересно. Будем искать в следующий раз что-нибудь, где можно попробовать поплавать. Испытать все-таки его на плавучесть, плавает или нет. А так, в целом, ну, техника едет, еще никаких нареканий нет. Всем спасибо за просмотр, всем пока.